Мешает, мне ноги так, а как они вылетают? Веревки, смотрите. А я раз вообще вот туда дал, на ножку наступил, да туда. Давай. А я буду здесь убивать. Ну, тут помягче-то работаю. Ну я как с вами? Я ж не сильно бью. Она раз здесь дал, видно? То есть надо ноги-то тоже как бы использовать, понимаете, да? То есть, ну держи, что-то делай. Фу, фу, фу. Опять, видишь, быкуешь. Значит, ты как должен долбануть? Не надо. Ну так правильно не надо, видишь? Во! То есть ноги-то нам не говорят, держи, вот смотри, сейчас объясню, держи. Со всей силы вот держи. Я смогу, ну плохо держу. О, смогу я вырваться. А ноги-то мне никто не держит, понимаешь? Тут-то у меня все ходит. А вы если как бы блокируетесь, да, я оп здесь, видишь? Вот уже хотел ногу. Давай. То есть она раз пошла. Не дергайся. А здесь что, рычаг? А здесь? Поняли, да? То есть вот к этому встали, вот здесь все, невозможно, вот здесь невозможно вырваться. А здесь? О. О. А здесь? О. 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 Поняли, да? Давай, ну давай еще чуть-чуть. Оп. Видишь, выровнялся. Напрягся, что сейчас было бы? Упал. На пятках бы упал, да? Значит, всегда надо центр тяжести понижать. Да? Давай. А там что? Ну раз без рук, то без рук пока покажу. Видно, да? Давай. Фу, фу, оп. Пусть опять, видишь, опять бью. Понял, да? Давай. Я на раз. Помягче, Стас. Ну ладно, а то сейчас его набью. Ну понял, да, идею? Значит, она нога может туда, так давайте. А я могу, давай. А я могу и ниже сесть, куда ударишь. Это как девочки. А я смотрю, видно, у меня растяжки-то у меня нет. Да? Растяжки нет, а Вась, иди сюда. Бей туда. Ну какой-нибудь бей. А я, смотрите, а я сел куда? Видно, я достаю до Васи. Ну растяжки-то у меня нет. Ниже сажусь, это выше выстреливает, поняли? Давай. Фу. А я движение вот куда. Достал? Достал. Все. Поняли? То есть раз, разрабатываем ноги, да? Вообще руки не участвуют в работе. Вот что бы вы ни сделали, веревки. То есть должны быть веревки. Ноги. Еще опять. О. О. Смотри, как кинули, так кинули. Контакт есть, лежать. Вот ломается нога. Давай. Раз. То есть нарабатываем ноги, влипаем. Да, не важно, как мы кинули, видно? Еще давай. Не важно где. Лежать. Вот. Поняли, да? И значит вот так. Нарабатываем так. Расслабляйся. То есть кинули. А контакт был, кстати, видно, вяжем? Да. Вот. Значит, из рук, из ног, вернее, теперь делаем веревки. Есть. Ломал? Да. Ну. Допустим, большая палка, вот, вот так, вот такая она. Вот. Чем вот, вот эта штука, вот видно? Остановись. Чем это? Теперь вместо веника нога. Рычаг был. Что давай? А тут уже вторые вопросы. Можно так по суставам подбивать. Угу. Давай, а я раз, смотри. Видишь, выбиваю. Печку. А я раз сюда выбил, да? Угу. То есть ноги-то никто не раз не спустил. А ты же опять жесткий тип. О, видно, да? Легче выбивается, да? Да. Да, и она подошла, и раз, вот, да, вот, видно? Но если у меня ноги-то напряжены, я не смогу так, я что, я двигаюсь, да, я оп. О, да, где-то там, правильно? Здесь по суставам там, ну ладно. Так, раз, так, видно, а здесь контакт. Ноги жесткие пошли, помягче. Чувствую. Давай. То есть, чтобы он не отлетал, видно контакт? А здесь что? Здесь. Так, сюда. Интересно подходим, неинтересно. Значит, смотрите, раз кидаем, растащили, видно? Еще. Оп. А Серег пишет, да, отсюда? Да. Смотрите. Видно, можно. Давай. Просто так постучали, то есть какой-то человек начинает ломать. О, жесткие, жесткие ноги. Жо, да, ну и поэтому Паш больнее. Давай, давай. Это вот так тихонько делаем. Раз, раз. И здесь контроль, видно? Здесь по суставу. По суставу. О, пах. Здесь еще идет. Значит, кто готов, да, на конечный. Надо добивать человека, потому что, ну, как бы. Раз, а я пошел. О, все, здесь я лежу. Здесь удар, здесь удар. Здесь, здесь, здесь.
конечный результат. Пока кто, новичок, не надо вам добивать, надо растащить, да, Паш? Я же тихонько. А я могу отсюда удар нанести, могу удар нанести, держи, видно? Видишь. То есть как бы ноги там мне никто не держит. Держи еще, держи. Ну прям вообще. Реально, ну что ты, мужик? О, а я, видишь, где дал. То есть у меня ноги-то свободные. Помягче. О, видно, что будет? То есть видно, о чем речь? То есть дали, человек ломается, вы просто ногу подержите, он зубы тут оставит. Держи. То есть, фу-фу. Зубы могут быть золотые. Да. Потом точно золотые. Ну понял, смотрите, что я сделал. Смотрите. А я сплясал. Если я вот движение такое я не сделаю, видишь, как человек пляшет? Гена, пляши. Ну раз, я вот сплясал, видишь. Ну, если, а если через, а я могу на таких плясать деревянных ногах? Ну а я сплясал. О, видишь, получилось что-то, правильно? А я раз какую-то фигню, оп. А танцы к бою. Чуть-чуть быканул, да? Пляс. Да, вот она раз, а тебе не надо ждать, тебе надо состояние раз. О, чуть-чуть туда должен, видишь. Не почувствовал. Да. Я иду, как раз здесь, здесь, там что-то там. Видно, откуда это берется-то. Значит, ну если. А я как-то так, видишь, по суставу. О, я тихонечко, видишь, дозировку чуть. Поняли, да? Давайте.